13 смельчаков решили оторваться. Они не представляли, с кем придется им связаться. У нас они не знали ни скуки, ни тоски. Кричали, ныли, плакали и рвали башмаки. Весь служба в МЧС, она для сильных духов. Кому не ведом страх и жизнь не показуха. В огонь и воду войдут, чтоб жизнь людей спасти. И эти качества так просто вам не обрести. Такого поворота они не ожидали. И в первый вечер готовы были уехать к маме. Но коль уж понаехали, то мама не поможет. Зато на Беларусь 2 увидеть сможет.